День прошел просто потрясающе. Мы под огромным впечатлением от наших друзей, от тех слов добрых, что нам сказали. Но самое главное, это хочется отметить, что организовано все было действительно на высшем уровне. За весь день не было ни одной ситуации, чтобы мы усомнились и переживали за то, что что-то может пойти не так. Мы были уверены, что у нас за спиной стоят всегда ответственные и самые лучшие люди, с которыми, я надеюсь, мы продолжим общаться не только по свадьбе. И на самом деле очень жалко, что свадебная подготовка уже закончилась, потому что я уже не представляю своей жизни без нашего организатора Жанны, без нашего видеооператора Вовы, поскольку и Tale of Story, что мы сняли, и сегодняшний проведенный вместе день был просто потрясающим. Правда, ребята, от всей души спасибо вам огромное, и я правда не знаю, что бы мы делали, если бы не вы. На самом деле, то, что когда у Жанны задаешь вопрос, и Жанна начинает отвечать, уже не важно суть того, как она ответит или что она скажет. Изучается именно теплота, и теплота, она изучается именно искренностью, добром, и нет, наверное, той какой-то предвзятости о том, что я должна это делать, там, я вот подписалась на это, я буду помогать. Чувствуется, что человек делает это, ну, от всей души, и это очень приятно, и безумно. Нас это очень помогает и поддерживает. Я сегодня за все время нашей подготовки, Гоша сказала, что, по-моему, мы ни разу не услышали от Жанны слова «нет». Жанна все время говорила, найти в 12 часов ночи что-то, окей, без проблем, за 2 часа до свадьбы, да вообще не вопрос, ребят. Так что это на самом деле очень круто, спасибо вам, ребят, огромное, это вообще здорово, давайте обниматься уже. Спасибо. Да, вы такие классненькие, я думаю, что мы в любом случае продолжим с вами общаться, и я буду очень рада. Да. Поехали. Да, будете ехать в отпуск, зовите, вдруг мы тоже поедем. Договорились. Сюда, ну, на самом деле, даже не сомневаюсь. Если кто-то когда-либо будет спрашивать, мне хотелось бы пофоткаться, а я хотел бы что-то придумать такое, но не знаю, как это сделать. Знаете, порекомендуем вас. Хорошо, спасибо. Спасибо вам, правда, вообще очень здорово. Идем кушать тортик. Пойдемте. Давай тут покачаемся вдвоем. Давай я тогда сниму. Кадр такой хороший на фоне. Да, я.